Добрый день, господа. Сегодня мы начинаем новое прохождение, которое когда-то было заброшено. Это прохождение зазомбированного мочалку. Однозначно кто-то помнит такого персонажа, кто-то ждал данное прохождение уже давно. Когда-то мы проходили и не смогли захватить всю зону зазомбированных. Это было не в глобальной войне. В этот раз будет в несколько раз интереснее, потому как и новый мод, и возможно новые возможности у этой группировки будут. Итак, зомби-апокалипсис в обратную сторону. Нам нужно будет быть злом и захватить всю, мать его, зону зазомбированного. И, кстати, да... Данное прохождение с новой группировкой под названием «Поиск». Они здесь служат заменой великим ханам. Много чего интересного сегодня увидим. И к концу ролика точно убедимся, где лучше играть за зомбированного. В Великой войне или же в глобальной. Так что обязательно досмотри ролик до конца. Жми лайкос, подписывайся на канал. Ссылка в описании на телегу. И приятного просмотра. У меня вначале поврежденная куртка. Бизон. В общем, давайте начнем с основного. Так как я зомбированный, у меня нет ни торговцев, ни механиков, ни проводников. А если они каким-то макаром будут появляться, то я не буду ими пользоваться. Это, согласитесь, более реалистично. С какого хрена зомби должны торговать? Снаряга только та, которую я ищу, добывая из трупов, например, или где-то нашел. Ни в коем случае не торгуемся. Давайте же кого-то уже отправим в атаку. Ну, допустим, я сам справлюсь в бункере ученых. Слушайте, тут же медленный захват работает. Так, кого бы еще выбрать? Сомневаюсь, что наши на наемников сами пойдут и расчистят дорогу. Итак, куда дальше пойдем после бункера ученых? Сложновато. Я хотел бы омертвить город, раз уж он мертвый. Почему бы и нет? В бар, не в бар. Где наши челы еще находятся? На складах, на вокзале кто-то есть, на радаре кто-то есть, на научной станции, на Затоне, на Юпитере, в Припяти, ЧС-1, там целая база. Террористы, кстати, нападают на монолит. Да, отношения обычные. Обычные отношения, группировки там между собой борются. Я, естественно, тоже борюсь. Моя задача уничтожить всех, кроме монолита, темных сталкеров, фантомов и поиска. Вроде так. Осознание тоже не помню. Не помню, то ли фантомы, то ли осознание, мне тоже кенты. Кто-то один из них. Да, прикол. Поиск дружит с зомби. Они мне нравятся еще больше. Проходим мы с новым оружейным паком. Версия 0.4 тест глобальной войны. Так что много чего интересного должно быть. Может, фов поменять? Что-то непривычно немного. Это перебор. Вот такой фов будет. Нормас. А то прям очень близко было. У меня 3 аптечки и 4 бинта. Бизон. Твою мать. Они меня убили через стену. Они, короче, меня видят. Не понимаю, как, правда. Так, ну первый пошел. Еще усложнением процесса является отсутствие интерфейса. Так что я не вижу, когда меня ранят. Не, ребят, вы какие-то слишком жесткие. ХП сносит очень быстро. Мне нужны кевларки. Кстати, одна кевларка есть, но проблема в костюме. У меня костюм без контейнеров. Козлы. Да у меня аптек сейчас не останется. Ну все, базы у них уже нет. Кто-то присутствует еще в бункере. Вот. Все. Да не, нифига не все. Кто? Этот ублюдок не отображается на карте. Ну все, кончайся уже. Соответственно, со всего, что я нашел, можно что-то себе взять. Что упало, то пропало. Не наебешь, не проживешь. Слово не воробей. Вылетишь. Вот. База захватывается. Тут просто подождать. Кстати, смарты непривычные, они прозрачные. Пусть будут прозрачные, я не против. Где только точки ресурсов, надо бы понять. Дальний рубеж, точка ресурсов. Ну, вот территорию в сраную взять, да отправить на точку ресурсов. Еще в углу тут было, ага, она захвачена. Артефакты я не буду искать. Зомби же не умеют искать артефакты, правильно? Вот еще точка ресурсов в болотах. Логично, это аномалия все-таки. Итак, кто-то идет или нет, или да? Идет на захват чел. Ну да, блять. Лагерь ученых, цель. Вот они, топают ребятушки. И двигаются ученые на остров на болоте. Откуда? Я не знаю. Может быть, он успел из бункера заспавниться. Это плохо, надо его уничтожить. Это же наша точка ресурсов. Ах ты. Вот и первый голубушка. Халатики ходят, чилится, да. Не почилишься, это янтарь, детка. Это мертвая территория. Мочи, так сказать. Вживаемся в роль, господа. Ебать. Со всех сторон прут. Не, это плохо. Это плохо, я же не смогу. Я только сейчас понял, что у меня аптек скоро не останется. А как жить будем? А нифига ВПМ дает жару.
Вот бы у них аптеки были. У меня осталась одна. А патроны? Патроны есть. Все нормально. Довольно-таки неплохо валит ПМ, я впечатлен. То есть пистолетами мы здесь пользоваться будем 100%. Ты сори, я выбиваю последний склад ученых на локации. Спустя пару минут. А, он лежит, ноет. Аптечку. Да, я тебя сейчас сожру, понял? От зомби другого ожидать не стоит. Второй, третий склад приходит на бункер ученых. Или где-то около того. Ни хреново так, да? Может на перехват сунуться? Хотя бы один склад на перехват отправлю. 42 силы офлайна. У наших 46. Нифига себе, так неплохо. Даже странно, почему так высоко. Ренегаты на военных тем временем прут, а я пойду на МЗ. Сейчас только все залутаю. Лутать буду вне записи. Так будет интереснее смотреть потом, думаю. Нашел я одну научную аптечку, которую можно будет использовать два раза. Из оружия. Я даже не знаю, что оставить. Ну, оставлю ЛР-ку, ладно. Не, нихуя. Оставлю ЛР-ку. Остальное выброшу. Все равно продать не смогу. Остальное же в жопу. Я бы еще походил по ящикам. В ящиках часто лут лежит. Так как у меня хардкорное прохождение, тут очень в тему был бы ящик с медициной. Выбиваем лутбоксы. Ой, бля, тут я не пройду. Пройду, не, нормально. А ящик пустой. А вот еще один. Энергетик. Ну, в принципе, тоже полезно. Далее, я думаю, отправиться на МЗ. Бункер ученых уже захвачен, а военные выдвигались уже в атаку на нас. Но наш отряд тоже, кстати, уже на агропроме. 46 сил офлайн, и, возможно, мы их поимеем. А вот еще зомби. Не, это уже не зомби. Военные уничтожили наш отряд. Сейчас идет сражение между зомбарями и военными. То есть, перехватом. Это не военные, это перехват. В итоге посмотрим, кто там сильнее. А пока перехожу на МЗ. Вот, кстати, заспавнился отряд, только что тоже идет с нами на МЗ. Металлургический завод. Профи и ветераны. Ни хрена, а чё так жестко? Не нравится мне начало локации. Мне кажется, надо было пустить сюда сначала наших, а потом самому идти. Экзоскелетчик уничтожен. Бля, ну тут сходу база. Ну все, у меня уже аптек не осталось. Одну территорию выбил, сейчас еще тут пошумим. Не, осталась еще одна. Ладно, еще желтенькая имеется. Надо успеть до спавна нового отряда. Ну-ка, на-ка, нафиг. И уверен, тут медицина должна будет лежать. Это еще не все, да ёпта. Ну нет. Они опять появились, сволочи. Этот человек контролит базу, он находится вдали от нее. Ой, как же круто, да? О, армейская аптечка. О, научная аптечка. Прям везет. Возьму-ка я кольт. Это говно нафиг. Блять, ты успокоишься сегодня? Как классно, когда они бесконечно спавнятся. Нахера я все лутаю? Я иногда забываю, что все плохо на самом деле. Ничего из этого не пригодится. Вовка, адвокат. Ты зря сюда полез, старина. И я тоже. Как он в меня попал? Куда ты, ублюдок, бежишь? Ух, именно он был контролирующим последним на базе. Каким нахрен вспышкам ты чё несешь? О, что это было? На секунду появились наши, но пропали. Ладно, обратно, обратно, чуваки, надо захватить все-таки. Я сам не пойду туда. Мне хватило. Не понял, а это откуда вообще взялось? Отряд зомби идет на стройку с севера. Я реально не понимаю, откуда. Задворки завода потеряны? Что? Вот и ранг повышен, я уже стажер. Сейчас откисну, бля. Все, пиздец. Я сдох. Так, наконец-то наши пришли на МЗ. У нас есть первая база на локации. Полторы аптечки в руках. Бля, это наш профи-ветеран топчет. Хорошо, что я его не сильно таранил. Козел. Смотрел на карту. Там военизированные отразили нападение. Короче, там контрнаступление с их стороны уже прет. Стоит ждать их скоро на янтаре. А звучок-то неплохой. Это новый пак. Звук получше. Сука. Козлина. Наверное, еще сверху один. Блин, нет, он где-то внизу аж. И не один. Как же я не люблю искать этих ублюдков. Долбанная стройка или КБО. Один хрен. Пошел захват стройки. Челы идут на здание какое-то, на вход завода. База ученых пустая. Наверное, это баг произошел в деревне. Так, прикольно. Я, кстати, базу захватываю.
И в бой даже не вступаем. Я забыл о том, что это медленный захват работает. Тут же они не заспавнятся сейчас все равно. Ладно, придется пошуметь. Что? База захвачена. Чел из позиции ЗРК Волхов отправляется на МЗ. Да ладно, вы чё? Я не понял, в чем прикол? Как это? У меня база 5 метров отсюда. Они высылают отряды из Юпитера. Логика в чем? Я не понял. Вообще прикол не ясен. Твою мать. На деревню идет. Ну давай. Это все, кстати, на деревне стоит, будто бы, да? О, еще одна печка. Вот я ее и потратил. Какая же классная тут лесенка. Обожаю просто. Неужели перезагружать? Да ну, мне не надо. А, и так вылез нормально. Здесь ученых не остается. Путь открыт на Лиманск, на Росток. В мертвый город хотел бы. А вот, в мертвый город. А мертвим мертвый город, хоть наполовину давайте. Вот как начинается территория мертвого города в данной модификации. Опа-на, это первый отряд наймов. Один готов. Охапку дров. Все. У меня просто сердце крови обливается с того, как много лута пропускается. Винтовку нашел, а ну давай потестим ее. Сколько тут в обойме? Емкость магазина на 20. Сколько заряжено, не показывает. Ну ладно. Школа, площадь, кооп-торг. Ветер сражается с наймами, да? Или же они друзья? Это, кстати, обычные отношения, так что непонятно. Какая же каличная элка. Боже. Более стрёмной элки я не видел. Кто? Кто, бля? Опять наемники. Не понял, они что, все сюда согрелись? О, они между собой. Отлично. Отвлекающий маневр, блин. Да нафиг так больно, вы на кого вообще ствол подняли, сука? Кто-то в кого-то попал. Люто глючит элка, ладно. Более агрессивно ведем себя, товарищи. Более агрессивно. Да, вообще-то, тут сколько не пытайся ныкаться, тебя все равно будут щемить. Блин. Экза наемников. Вот это я бы подумал, носить или не носить. Естественно, это визуал наемника будет. Я, кстати, стал наемником. Бля, встречает по одежке, работает. Ладно, тогда не стоит. Сдохни. Что ж ты так все клинишь, боже? За что? Я хочу жить. Точнее, всех вас омертвить. Вот что я хочу на самом деле. Этого я хочу больше. Ты ли на него прибежал? Топчет тут. Бля, мне срочно нужны напарники. Где помощь? Нехватка боеприпасов, ёпта. Боже, реально мы в очке. Спасибо, от души. У меня уже реально очко в шоке. Настолько уже бедное. Я боюсь, что меня не хватит на все прохождение. О, хорош, база освобождена. Но в то время у меня половина хп осталось, и аптек просто нет. Ни одной, мать его, аптечки. Сюда иди. Сладенький. О май гад, о май гад, о май гад. Не могу отправить чела, потому что стою на базе. Ну нажмись уже. Когда смарты крупные поставлены в инвентаре, так и удобнее, я только заметил. Легче попасть на смарт просто. Направить отряд. Загнулся хрен. И очередная база освобождена, кстати. Где есть такая кровь? Вот такая площадь у нас. Кооп-торг с наймами, но... Кооп-торг я захвачу в следующем ролике и уже не сам, скорее всего, буду это делать. А вам, ребята, спасибо за просмотр. Ставь лайкос, пиши в комменты, стоит ли продолжать данное прохождение. Мочалка и компания люто быкуют на группировке, но есть большие сложности. Тяжко жить. У меня хп почти не осталось. Удачной охоты, сталкерюга. И будь здоров. А вот мочалка уже все, кажется. Не, все еще живет.